Всем привет, друзья! Вот старый регистр батареи отрезали, выбросили, изготовили новую, самодельную. Это труба у нас на 50 или на 40, Николай? Труба на 40 или на 50? Вот это. 40. Труба на 40, вот такой вот регистр. Дядя Коля нам сделал. Воздух выходит, воздушка, это все на резьбу сейчас будем садить. Так вот. Ты не бойся. Срывается. Один сгон приварили, сейчас второй. Резьбу не получилось нарезать. Советские трубы очень толстые. Много стачивать надо. Не идет лерка. Ага. Сварочку покажу. Вот такая сварочка. Варит. По технике безопасности вот обложили покрывалом огнеопасным, жароопасным, жаробезопасным. Имейте в виду, ребята. А, да, сварочник не показал. Вот такой сварочный аппарат. Варит отлично, как вы видите.
Так, трубу установили, сгоны приварили, потому что не получилось резьбу нарезать, сильно толстая резьба. Советские трубы, труба толстая. Не стали мы мучиться, здесь Николай приварил просто вот так вот все. Все поставили, все отлично. Изготавливал также Николай батарею. Труба на 40, да? Да, 40. На 40 регистр такой вот получился хороший. Длина 1,30 м, высота 50. А то пускай так стенки прижаты будет. Слышь? Ага. Вот собираем байпас. Что мы делаем, Николай Батькович? Крутим его, вертим, вот что мы делаем. Крутим его, вертим. Вот этой смазочкой добавляете, да? Вот, как смазочки. Она называется? Ну, так у нее пака, так. Веер какой-то. Так, новое название какое-то. Вот. Придумали какое-то новое название. Лен. Вот наматываем лен, мажем вот этим вот. Приспособой такой. Приспособой. Ладно, детенку скажи. Съел воробья. Крики тебе. Я сейчас тебя съем. А тебя еще крики съем. Ух ты. Ух ты. Эту часть. Собрано. Это собранное уже, готовое. Все, у меня готово. Крутить надо по часовой, да? Да, по резьбе. Потому что резьба, по резьбе надо закручивать лен. Это против, я вырвал сразу. Ну, может не вырвать, но уже не то будет. Плевок обязательно нужен, чтобы хорошо лен пристал. Пока при это сам. Сейчас разомнем. Так, пальчиком перерыса. Хорошая вот эта смазка, ну, она как унипак считается. Как унипак считается. Еще больше надо. Это, наверное, шестерка, да? Пятерка. Это тройка. Тройка. Этот берет. Гайки специально паз сделан под лен, чтобы туда лен садился. Угу. А тут у нету, просто прямая его. Угу. В общем, надо иметь в виду, когда собираешь гайка, чтобы не перепутать. Да, обязательно. Хотя оно летет вот такой, видишь, он дырки у гайки. Сейчас подожди. Ага.
Ну ничего страшного, там, там нормально все. Это просто заводское литье такое, ну что сделать. Это вот, где должна быть длина 18,5? Между ними, между гайками под насос. О, там вот 18,5. Вот это расстояние 18,5. Да. О, еще крутить надо. Угу. Сейчас 20 метров надо вкручивать сюда. Угу. Мы берем это дело и вкручиваем его. И замеряем опять, сколько тут будет быть. О, уже 18,5. Все, отлично. Угу. Тут предложено за эти две прокладочки, вот эти вот. И угу. Насос дайте. Насосик не этот. Теперь надо правильно поставить насос. По стрелочке вот так вот надо, вот как его ставить. Ой, стрелочка его. Угу. О, кверху. Угу. Вот отсюда вот, заходит его. Ой, пошел через насос и туда, и в трассу. Стрелка кверху, да? Ну да. Опять сейчас мы насос этот захимичим сюда. И пойдем его ставить на место. А стой ты. Тут гайки пока будут перекошены, потому что не угадаешь углы эти. Но насос сейчас все выровняет. А под насос не надо ничего наматывать? Там резинка. Вот. Там резинка стоит. Угу. Там соединение это. Так, это у нас... Ух ты. Трошки надо назад взять. Нет, у нас неправильно вот это вот. Вот это надо вот. Не даст этот, ручка не даст крутиться. Так, все, и вот это сюда, вот этого сюда. Значит, это надо перемахнуть, гайку открутить и ручку, чтобы сюда переставить. Uh-huh. Сюда ее. Uh-huh. Вот сейчас надо пояс ключиком открутить. Uh-huh. А то так плохо, она почти на насосе лежит. Так, что у нас получается? Надо разок дать назад, наверное. Да, разок дать назад. Гаечку откручиваем, переведем ручечку. Крутится. Сейчас вот будем вырезать кусок. Вот тут пометки сделали. Сколько сантиметров? 40. 40 сантиметров. Вот эту часть будем отрезать. И вставлять вот насос, вваривать. Чтобы тебе было хоть все на месте, глаза и все прочее. И выворачиваем его. Оп, нет, не поддается еще. А где-то не дорезано. А вот их вот, вот и не дорезал. Вот здесь вот, да?
выращивать. А потом уже, если надо, то можно подрезать ее, подровнять или... Она что-то должна не сыграть, да не вроде. Не должна. О, видишь, теперь мы эту фигню убираем. А тут можно уже подровнять трохи. И все. А если резать до конца, может зажать, представляешь? Ага. Uh-huh. И может так руки, папа, руки вырвешь, либо так кинешь. Короче, надо сварку сюда натягивать. Сварку? Да, давай сварку натянем. Даже не горит эта хрень, если честно быть. Не горит ни хрена. Ну все, отрубился. Что, току добавить надо, я, да? Я пойду добавлю. Так, все приварили. Берешь ее. Будем затапливать, проверять. Шлак обобьем. Пока горячим же потом обобьем. Ну да. Когда затопим их. Все на шурках. Если что, капнем, где все там на виду. Так. Ключ тройка. Сорву, потом подтянем на крайняк. Ну и все. Теперь вот эту вот, сейчас принесу отвертку. Надо воздух вот этот подкрутить, и эти гайки надо закрутить. Ну, воздух тут надо спустить. Вот эти гайки надо затянуть. Там резиновые прокладочки, надо их протягивать. Да, чуть-чуть. В меру. Сильно здорово не надо, но так, чтобы чувствовалось, что... Ну ладно, это все подтягивается, ерунда все это.
Все, установили насос. Включили котел, греем. Идет проверка. Насос сейчас мы включили на тройку. На самые большие обороты. Вот. Такой вот насос. В общем, вот это все вместе с байпасом и насос обошелся нам 5000 рублей. Греем, проверяем. Швы не текут. Швы хорошие. Ничего не доваривали. С первого раза все получилось. Все с первого раза получилось у нас. Такие вот швы. Накалины еще не сбивал. Единственное, только вот когда мы запустили, вот здесь вот подтечка была, затянули, гаечку еще подтянули, намотали чуть-чуть льна, и все, нормально. Но у нас все равно не такая, не знаю. Что у нас там? Батарею сейчас посмотрим. Если бы там так. Была такая штука, а только через кран. Кран правильно поставил. Так, что у нас тут? Здесь отлично все. Здесь тоже все сухо. Так, ладно, все я свой забрал. Вроде все. Все. А знаешь, что ты слышишь? Да. А у тебя вот этот кран открыт.